Говорит Йордан, передаем сведения из Руси. Ну, должны быть тоже все вместе понять, что кто я? Йордан Николаев. ЮН, да? Господинов Стайков. Мой прадяду назывался господин. Это титан, это не бог. Это намного больше. Генеральный секретарь, да? Стайков, господинов, Кирюв. Совета безопасности. Security Council. Еще много-много-много. Кирюв, да? Пенев, да? Радев, да? Колев, Коев. Йорданов, Гинов, Никуаев. Так что у вас должно быть понятно, как это все уже 9 членов постоянные совбеза Совета Безопасности, они как Дагестан какой-то большой, да? Так что вы сможете сами посмотреть на карту, как и в России, то, что объяснил предыдущий ролик, дагестанцы уже пошли с севером, там религия уже другая. Россиян, девушки, пошли в Турцию, да, там уже религия тоже другая получилась. То, что имел я в виду раньше, что-то для Турции хотел сказать тоже. Остальные все в Африке, какие религиозные порядки. Ну и там есть паганские, которые больше, чем того даже. И тоже, и такие, которые я объясняю. Кассиус Клейтон давно стал Мохаммед Али в Соединенных Штатах Америки. Франция уже 50-60% то и самого среднего путя религиозного. Так что весь мир ожидает только вас, девушки, давайте.